Здравствуйте, Михаил и подписчики канала «Голос Силиконовой долины». Меня зовут Иван, мне 22 года, и в данный момент я нахожусь в замечательном штате Оклахома. Хочу сказать большое спасибо Михаилу за то, что он смог создать такое дружелюбное сообщество, и, конечно, за сотни полезных и познавательных видео. Но теперь по делу. Я не могу сказать, что в свои 22 года я научился что-то делать на таком впечатляющем уровне, чтобы этим можно было хвастаться на видео. Поэтому я решил брать не количеством, а качеством. Сомнительная тактика, наверное. Тем не менее, я решил показать не обязательно то, что я умею делать хорошо, а скорее то, что я делать люблю, что мне приносит удовольствие. Поэтому я снял и смонтировал небольшой видеоклип, написал к нему музыку и решил прочитать один из своих рассказов на фоне. Такая вот солянка из хобби получается. Надеюсь, что вам понравится. Я назвал этот рассказ «Колокольчик». Вернемся в самое счастливое время в России. Вы же знаете, о каком периоде я говорю. Тут нужно с придыханием. Нулевые. Это когда маленькие импортные радости жизни наконец уже добрались и до глубинки необъятной страны. Это когда школьницы-лесбиянки поют в телевизоре о своей несчастной любви. Это уверенность, что каждый вечер можно включить канал ТВ-3 и увидеть там совершенно новый, невероятно плохо снятый фильм ужасов. Пауки в космосе, оборотни против вампиров, овцы-убийцы. Это была моя ежевечерная деятельность. Родился я в шахтерском поселке с романтичным названием Роза. Скромная двухкомнатная квартира, купленная у пьяницы, заказывает 3 бутылки водки. Мама логопед, папа экскаваторщик. В общем, все как у людей. Папа мой в детстве родительством прямо-таки горел. Благодаря ему к 6 годам я уже и в шахматы играл, и в дурака подкидного. Последним, кстати, я был особо успешен. Но по карточным играм почему-то секции соревнований не было, так что пришлось ходить в шахматную. Так и помню этот горестный момент. Школа кончается, все дети бегут домой смотреть новую серию Power Rangers, а я иду играть в шахматы. Мой брат прекратил играть со мной в шахматы, когда я начал побеждать. Мой отец тоже стал осторожнее соглашаться на поединки, и через какое-то время я начал чувствовать себя непобедимым. Но чем выше забрался, вы знаете, что там бывает после этого. Правда, до падения с Олимпа меня еще ждала сладкая победа и горькое разочарование. Только об этом давайте по порядку. 2002 год. Мне 8 годиков. Шахматный чемпионат среди школьников по поселку городского типа Роза. Я был расслаблен и настроен на победу. Эти сопляки ни на что не способны, заключал я.
На карту было поставлено многое. Главный приз – тортик и две бутылки газировки «Ориант Колокольчик». Колокольчик – это вкус такой. Все понимали, битва предстоит нешуточная. Нет, не из-за торта. Каждый ребенок знал, настоящий изумруд кроется в двух пластиковых бутылках. Этот богемный напиток был доступен лишь на самые редкие и важные праздники. Ориант был самой дорогой газированной водой. Короче, выиграть хотелось сильно. Участников было немного, поселок, в общем-то, небольшой. Они не представляли мне угрозы, многие едва помнили правила. Помню, это сильно лелеяло мое самолюбие. Я уже видел себя идущего домой в сопровождении двух красоток полулитрового формата и одного джентльмена с затейливым бантиком на голове. В итоге победа досталась легко, однако произошло то, чего я ожидать вообще не мог. Выдача призов только в следующий четверг. Неделя ожидания для ребенка – это, скажем так, непросто. В общем, я забыл. Не знаю, как так вышло, вспомнил я об этом только через день. Я удивлен, что мое детское сердце это выдержало. Оправдания найти я себе не мог. Дальше только хуже. Дальше только боль утраты и отчаяние 8-летнего ребенка. Их забрали. Это был неумелый мальчонка, который занял второе место. Примечательно, что свой приз за второе место он тоже решил не оставлять. Как вообще после этого продолжать верить в хорошее в людях? У меня зарождался кризис веры в человечество. Тем не менее, я решил, что я выше этого. Надо идти дальше. Роза, дети, торты – это все в прошлом. Соседний городок Коркино – вот настоящее пристанище шахматного ребенка Индиго. Только здесь настоящая слава и настоящие призы. Здесь я уже всем покажу, что такое детский мат. Вполне ожидаемо, детский мат был поставлен мне, ребенком 6 лет. Удар по самооценке, мягко говоря, не слабый. Спустя еще пару невероятно унизительных поражений, я решил, что шахматы – это, возможно, не для меня. Родители же, увидев мой шахматный кризис, таки купили мне заветную бутылочку Орианта со вкусом колокольчика.